герой. Крути, 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 крути. Сегодня здесь стояло 5 машин ученических, вот так в ряд. Экзамен? Я так и пойду. Газу немножко дай. Все в зеркало видно. Разрешенная максимальная скорость. 60 км/ч. Левый ряд переставился. В зеркало смотрим, никого пришли. Включай поворотник, выключай. И едем 60 км в час. Едем, 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 не бойся их. Пусть они нас боятся. Мы едем по главной. Они тоже едут по главной. Но я справа. Им же нужно повернуть. Ну, да. Им нужно встречный поток пропустить, и соответственно нас. Все. Знак. Как определить 300 метров? Считаем от семерочки, правильно? Вот, как раз будет, ну, там не десяточка будет, а там будет ноль. Там будет с левой стороны. Давай 40 ехать, я думаю, во втором ряду мне же по ушам дадут. Как еще контролировать за это? Ну, один глаз спидометр, второй, ну, вон. Нет, я имею в виду. Тем более там, смотри, красный загорается, да? Лететь не нужно, уже тормози. Увидела только себя, что снимает, и я молчу. Да не молчи, да ноль. Я ж никому не скажу, кто это. Ты в Инстаграме есть? Да, еще сказать свой ник. Конечно. Поехали. Я тебя найду и отмечу. Я уже на вас подписалась. Я не вижу, кто там подписывается. Как там же? А? Ну они раз подписались, 10 человек, я же просматриваю. Подъезжай так, чтобы колеса его видела, как они стоят на асфальте. Вот так. Все, достаточно. Поехали. Опередим троллейбус. Это разгоняй машину. Разгоняй, разгоняй, разгоняй. Правый поворотник включи. Включи. Зеркало смотри. Никого, да? Выключай поворотник и едем. Давай тоже белый автобус опережать. Левый поворотник, газ нажимай. Нажимай газ. Пошли, он далеко. Не бойся, расслабься. Вот так, выключай поворотник. Отпускай тормоза. Чего так за руль-то схватаешься сильно? Расслабься немножко. В среднем потоке движения ехать. Светофоры всегда просматривай, когда подъезжаешь к ним. Ну, сдалека видно, какой свет горит, и чуть-чуть вот так. Все, разгоняй машину, разгоняй. Я заслушалась. Смотри, видно, светофор горит красный из-за деревьев. Видно? Угу. Все, лететь, да, лететь не нужно, нужно притормаживать.
Ну, за километр останавливаться мы тоже не будем? Конечно, не будем. Мы вот так вот сейчас притормозим. Колеса его видишь, грузовика? Ну, вот так стоим. Зимой дистанцию нужно будет увеличивать. Да. Зимой будет постоянно налить около светофоров, под эстакадами, под мостами. Что, дядька на нас так посмотрел. Разгоняй машину. Вот сейчас дернется. Поэтому на нас посмотрел. Он пассажир. Разрешенная максимальная скорость. 60. Ты сколько едешь? Вот. Контролируй скорость. Все, отпусти тормоза. Поехали. До 60 разгоняй автомобиль. Можно буду ехать 50? Нет, 60. У меня ровно 60 получается. Учись, для этого ты и пришла сюда. Вот, допустим, сейчас убери ногу с газа. Сейчас подгоняй машину опять, плавненько, потому что без толчков было. Да ты вообще хорошо едешь, что ты переживаешь? Какой мы раз выехали? Второй? Скорость. Ну я даже еще 60 не буду. Ранее сказал, стрелочка-то стремительно пошла вверх. Едем, едем, едем. Видишь, красный горит впереди? Видишь? Ты там, да вон, слева. А, чего? Точно, я спрашиваю. Тихо. Раз. Я свое открою себе, да. Правый ряд перестраивайся. Видишь сплошная линия? Видишь? Вот она. Нельзя. А сейчас можно. Поняла? Пешеходе на главной дороге можно, но если там никого нет, выключи поворотник, это раз. И во-вторых, там перед ним была сплошная линия. Тормози. Что там увидел? Светофор? Светофор ищешь? А зачем? Они поедут, и ты увидишь его. Не надо раньше времени суетиться. Разгоняй автомобиль, автобус сейчас уйдет с поворотника. Не бойся, не бойся, едем. Ну неплохо, молодец. Да не выглядывай ты там светофор. Они сейчас поедут. Да я вообще просто смотрю, что там происходит. Себя пытаюсь увидеть. Где, в зеркале? Это дед надо мной прикалывается. Че, по зеркалам смотришь? Я говорю, ну да, смотрю. Он такой, че, себя видишь? Я такая, нет. Жалко, да? Смотри, видишь табличка стоп, да, со знаком главная дорога? Да, но я если все там равно горит, могу ехать. Да, сейчас ты можешь опять ехать. Если там горит красный, то я ты здесь должна останавливаться. Да. А если он, ну вот-вот загорится красный, ну, если я проскочу? Ну там уже нужно смотреть, как, с какой скоростью ты едешь, можешь ли ты остановиться или нет. Вон, смотри, товарищ автомобиль выставил. Левый ряд, уходи с газом. Левый поворотник, левое зеркало. Пошли с газом, не бойся. Вот так вот. Он еще умудряется, выкатил машину и сидит в телефоне, смс. Козел. Правый ряд надо перестраиваться. Правый поворотник, зеркало посмотрела. Я никого не вижу, значит я... Нет, если...
Если ты никого не видишь, это не означает, что там никого нет. Как это? Ну так ты, может, глянула, нету, а он чуть дальше едет. Надо убедиться в этом. Так, я еду. Здесь особо не разгонишься, да, чтобы машина стояла? Ну, в данный момент, да. Видишь, впереди светофор замигал? Да, значит, сейчас будем так ездить. А вот такой хитренький проскочил. Хитренький. Чтоб линию не пересекаем там. Российского раскрутия попали в рейтинг лучших терапевтов России и принимать на госслужбу теперь будут только после теста на патриотизм. Вот так вот, поняла? На госслужбу только... Ты патриот России, да? А почему в Таиланде отдыхаешь? Знаешь, не патриот, да? Автобус 80-й пропускаем. Давай, зайка, езжай. Поехали. Тебе спасибо сказал. Не видела. Не видела? Догони, пусть еще подгоняй. Так, смотри, поворот не включай правый. Мы поедем на... Вот так, по сплошным едем. На Владивосток едем. Видишь, куда да. Владивосток указывает? Туда, направо. Притормаживай. Пешеходов нет? Вообще здесь что? Максимум 40 ехать. Если получится, да? Тише, тише. Здесь опять поворот не включай. Притормаживай, притормаживай. Вдоль бордюрки, давай, держись. Отпусти тормоза. Поехали. Притормозила перед поворотом, дальше отпусти. Ну, конечно. А тут больше некуда ехать, посмотри на стрелочку. Знак «Уступи дорогу» и движение только туда. Разгоняй автомобиль. Разгоняй, 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 разгоняй. Левый поворотник, левое зеркало. Никого? Смотри, никого? Пошли. Вот раз. Еще раз пошли влево. Тихо, тихо, тихо. Еще влево? Конечно. Раз. И еще пошли влево, пока нет никого. Так будет удобнее даже экзамены сдавать. Перестроились на улицу проспект 60-летия. Левый ряд и все. По правому ряду просто там постоянно ямы. Тихо, 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 тихо. Я торможу. Я верю. Ну как-то так. Ну как-то если бы вас не было, я бы сейчас, наверное, один раз только перестроилась. Ну, не знаю, не знаю. А может бы лучше бы поехал. Не было помехи справа. Здесь нужно было поворотник указать. И возвращаемся опять с поворотником. Ты сюда поворотник вправо не включила, влево опять ушла и не включила поворотник. Это 6 штрафных баллов. Это экзамен не сдан. Этого автомобиля мы тоже не боимся. Либо он нас пропустит, либо он успеет проехать. Подождите, сейчас там был, значит, мне надо было объехать, мне нужно выехать было туда разве? Мы и так выехали. Но без указания поворота, без указания своих действий. Просто решили уехать, не посмотрела. А тот впереди тоже так же проехал. Да ты на него-то не смотри. Ты смотри за своими действиями. Хорошо. Давай выберем место для разворота. Знаешь, как искать? Левый поворот не включи. Я тебе подскажу сегодня. Смотри, в зеркало, после никого нет. Видишь, прерывистая полоса, да, и да, стрелочка для поворота на него. Мы разворачиваемся. Крути руль. Начинай движение. Они еще вдалеке. Едем, смелее, газ нажми. Все, на дорогу смотри. Выравниваем колеса. Разгоняем автомобиль. Смотри знак. Что он означает? Остановка запрещена. Совершенно верно. Это бывает, тебя гаишник развернет на экзамене и скажет остановись. И ты раз такая счастливая остановилась. Вот до этого знака стрелка вниз. Я остановка знаю. Запрещена. После можно. Мы убираем место для остановки. Да,
смысле потом? Вот у тебя экзамен будет. Ну, зачем аварийку? Не надо. Не надо. Сейчас человек этот решит выехать справа, что делать? Я уезжаю. Только на... Уезжай, уезжай. Поворотник начала движения, где твой был? Он уже не нужен, ты уже на дороге. Разгоняй автомобиль. Понимаешь, да, из-за каких нюансов тяжело сдать экзамен? Не из-за того, что человек не едет, а только из-за того, что он не выполняет вот эти требования. Вот я сейчас выехала, мне надо было левый поворотник? Ну, конечно. Ты если бы даже стояла вдоль бордюра, вдоль обочины... Я же все равно как бы влево. Ты даже начинаешь движение прямо, ты включаешь левый поворотник. Обозначаешь свои действия. Включила поворотник и поехала, даже в прямом направлении. И вон, смотри, еще знак, остановка запрещена, да? Тут очень тоже много ребят не сдают из-за того, что он говорит, давайте выбираем место для остановки и останавливаемся. Ну вот выбирайте место для остановки, поехали. Это же не значит, что я прямо сейчас должна, я, может быть, вообще хочу. Ну, там. Только не в районе аэропорта, либо отсюда в северном. Тоже нужно понимать, что, да? Едем в прямом направлении. Здесь объезд надо показывать, левый поворотник. Ну ты правый включил. Мы же могли туда и могли прямо поехать, правильно? Мы поехали прямо. Соответственно, нужно было включить левый поворотник. У нас главное, даже знак висел, поехали, не боимся ехать. Всегда старайся ехать в крайнем левом ряду. Куда мы едем? Прямо. Левый поворотник. Переставимся в левый ряд. В зеркало смотрим. Смотри, такая ситуация. Давай еще в самый левый ряд. Зеркало. Никого. Пошли. Все, смотри прямо. Ты уже в полосе. Не надо смотреть в зеркало. Ну что, мы гуляем? Так. Не бойся, у нас зеленый. А что она, блядь, ну, бежит так? У нее красный горит. В эту сторону у нее красный горит. Пешеходы тоже такие дурацкие бывают. Не забывай, что ты сама еще пешеход. Да, но не в данной ситуации. Блин, что-то я так разогналась. Разогналась? Ты едешь 40 км в час. Тихо, тихо, тихо. Смеяться потом будет. А мне кажется, я так быстро еду. Так, куда едем? Прямо. Что-то он встал как-то. Ну, он тебе не мешает. Место для остановки. Я бог. Что нужно для этого сделать? Притормозить. Первым делом, что, где остановить? Ну, притормозить. Куда? Мне сейчас поехали. Надо. Не надо ничего тормозить. Нам надо в правый ряд перестроиться. Давай право поворот не включай. Здесь нельзя перестраиваться, здесь сплошная. А сейчас можешь в зеркало только посмотреть. Молодец. Выключай поворотник. Где можно остановиться? Знаков никаких запрещающих нет, правильно? Да. Выбирай место для остановки. Не цокай, не вдыхай. Ну, просто я могу... Можешь? Остановись. Хорошо. Тихо, тихо, мы в бордюр уедем. Вот здесь уже нельзя останавливаться. Мы здесь остановились? Нельзя. Там сплошная, но подъедь, подъедь. Смотри. Тут, видишь, сплошная идет. Угу. Нельзя здесь останавливаться. Вот когда не будет сплошное, берешь и останавливаешься. Потому что меня здесь никто объехать не сможет. Да. И, ну, смогут тебя объехать, но они из-за тебя нарушат, вынуждены правильно. Будут, да, выезжать на сплошную линию разметки. Вот на экзамене типичная ситуация. Человеку сказали остановиться, а он все едет, 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 боится. Ну, включи ты поворотник, остановись тут. Уже нельзя, сплошная. Давай на остановке останавливайся. Поворотник где твой? Тихо. Смотри, как ты летишь. Смотри. Мы уже... Вот тут бордюр. Понимаешь? Нам повезло, что его тут нет. Не влетай в остановки. Давай, подтягивайся. А ты что думала, бальные танцы тебе тут будут? Левее. Ровненько ставь машину. Все, стоим. А что-нибудь надо включать? Не надо. Просто на стоп. Парковка, ручник. Ручник что, наверх? Поднимать, конечно. Без кнопки он поднимается. А зачем поднимать?
ты поставила машину. В смысле? Я его обязательно возьму на ручники? Да. Я думала, это такой горочки. Поехали. Сколько же я еще не знаю. Так у тебя всего третье рождение. Что ты переживаешь? Так, ладно, что там? Что там, что там? Ничего там, где поворотник делал? Ну вот. Вот, вот, это типичные ошибки на экзамене. Поняла? Да. Вот и вы, люди, посмотрите, какие бывают типичные ошибки. Что, нам перестроиться? Хочешь, перестройся. А поворотник ты какой включаешь? Давай опять перестроимся вправо. Не лети, не лети, там тихо. Там бесплатно колбасу не дают, да подъезжай ты. Я не в этом. Я знаю, что я просто, когда я что-то делаю, я на другое не обращаю внимания. Ну правильно, ты едешь. Не обращай ни на кого внимания. Я даже не обращаю внимания на то, что у меня направо. Да бог с ним на стрелочке, что у тебя там на спидометре. Ты смотри, прямо машины стоят. А мы летим, как на змейке, да? Ничего страшного. Научишься. Так, припарковаться. Припарковаться, блин. Остановочку. Ой, мне с этими поворотниками. Это же надо запомнить, что их надо включить. Запомнишь. Мы вообще с тобой, по сути, еще должны 5 вождений быть на автодроме. А потом только ехать. Но там делать уже нечего. Ну вот именно, там делать уже нечего. У тебя все практически получается. Кроме парковки сзади. Ну, это разберемся. Наверное. Разберемся? Я не знаю. Сейчас на дороге к рулю привыкнешь. У тебя эта параллельная парковка... орешки щелкать. А там еще какой-то, да, задачка какая-то своя? Она легкая. Поворот на 90 градусов. Она очень легкая. Что, в пробку стали? Нет, это не пробка. Это просто небольшое скопление автомобилей. Это улица, знаешь, как называется? Карла Маркса? Нет, Карла Маркса мы первый раз поехали. Потом с Карла Маркса спустились на проспект 60-летия октября. А это у нас улица Большая. А-а-а. Наверное. Что-то. Читаю. Это маршрут всех автошкол, которые находятся в городе у нас. В северной и центральной части. Подъезжая к светофору, ты мне скажешь сама, куда мы можем ехать по этой полосе. Угу. Смотри, ситуация. Машина, видишь, справа выезжает. Угу. Что она хочет повернуть налево? Да давай, стой. Пропусти. Стой, да конечно пропусти. Выезжай. Нам все равно ехать некуда. Поехали. Уважать нужно других тоже участников. Ну я по главной еду. Ну и что? А куда ты далеко уедешь? Ну смотри, ну вот сейчас там загорается красный. Смотри наверх, движение по полосам, видишь? С этой да. полосы куда мы можем ехать? Прямо направо. А с левой полосы? Прямо. А совсем с левой? На левой разворот. Вот, видишь, знаешь же? Молодец. Еще надо их увидеть. Что? Вот ты мне не сказал, я бы даже не увидела. Ну вот я тебе и говорю всем, кто будет нас смотреть, чтобы обращали внимание. Сверху нарисовано.
Понимаешь, это дорога и знаки, это как шпаргалки на экзамене. Тебе знаки полностью, если ты читаешь знаки, ты видишь все. Ты будешь отличным водителем. Хотя возьми весь Хабаровск, отправь в Москву, они там все тупить начнут. И водители со стажем, и без стажа. Поедем прямо на улицу Шелеста. Разгоняй автомобиль. Так, это уже северный, да? Да. Тихо. Не разгоняйся в повороты, не надо. Ну, уже едем. Левый поворотник, левый ряд, перестраивайся. Давай. Поворот налево с правой полосы запрещен. Надо всегда перестраиваться. Включай поворотник. Поехали. Поняла? Да. Мы ехали по правому ряду, а нам надо на Шелеста. Да, мы с того перекрестка, Воронежская Шелеста. Мы... Так, а как мы оказались в правом ряду без поворотника? Здесь ты тоже надо было включить поворотник. Я вообще не вижу. Ну смотри. Здесь получается. И ты опять влево уходишь, гуляешь. Ты по дороге гуляешь. Уйди вправо. Не разгоняйся. Тихо. Притормаживай. Смотри. Вот нас машина в зеркало обгоняет. Едем. Видишь? Угу. Он нас опережает по нашей же, грубо говоря, полосе. Да, он на встречку не выезжает. На дорогу смотри. Посмотри в зеркало, ты видишь бордюру. Видишь? Да. Вот и держись в нее, чтобы не лететь. Скорость свою соблюдай. Если ты не можешь держать руль еще на скорости, значит не едь с той скоростью. Едь потише. Вот тут ямку, давай я тебе помогу. Короче, по этой линии там два ряда едут машины. Да. Знак, смотри, какой он красивый, да? Что он означает? Максимальная скорость 40 километров. Максимальная скорость 40. Следующий знак что означает? Максимальная скорость 20. Вот и едем 20. Едем, ты уже не сдавай экзамен. Едем прям 20. Да, это будет бесить. Мне все ученики говорят, что едем 20. То есть, мне нужно притормозить до 20, да, и ехать, да, вот так. Так уже... никто ж так не едет. И что? Положено, едем. И вы, ребята, смотрите, будете экзамены сдавать, все, едем 20. Мы, правда, чуть-чуть превышаем. 20, куда мы едем? Вот тут. Что там, вот там, вот там? Что ты там увидела? Я думала, что 20 уже закончилось. Да, едем. Да, серьезно? Вон, до того знака 20, потом едем 40. Ой, да надо научиться держать 20. Вот надо, он, да. Вот и будем сдавать здесь экзамен, и попробуй только так не поехать, и не сдашь. Разгоняем автомобиль до 40. Левый ряд надо перестроиться будет, левый поворотник включай, смелей. Смелей. Вот так, молодец. Едем. На перекрестке поедем налево. В сторону 38-й школы. Видишь красный билет? Да, вижу. Включай левый поворотник. Тут очень интересный перекресток, мне он, если честно, даже нравится. Едем. Смотри, видишь, стрелочка нам показывает, да, куда ехать. Останавливаемся. Прямо мы ехать не можем. Наша задача сейчас с тобой пропустить вот этих ребят и выехать вон на тот островок. Еще подтянись вперед чуть-чуть. Стоим. Ребята проехали, крутим руль влево. Поехал. Поехал. Вот, вот так. Смотри. Сюда, да? Угу. Здесь остановилась, левый поворотник включай. Этих мы не смотрим справа, мы смотрим слева. Еще подтянись немножко. Не бойся. Вот так, для проезжей части. Угу. Сейчас мы, он проехал в нашу полосу. У нас свой карман есть здесь, смотри. Тут стрелочки нарисованы, две стрелочки. Остановилась. Смотришь теперь в зеркало. Поворотник включила. Вы, ну, с зеркала посмотри. Есть кто? Нет. Поехали. Вот так же и на экзамен. Не надо, сломя голову, тут нестись, ребята. Смотрим внимательно на разметку дорожную. Все будет хорошо. Так, или... 40. И еще какой знак? Остановка запрещена. Молодец.
Выбираем место для остановки. По обочине мы не едем. По обочине мы не едем. Посмотри в зеркало, ты прекрасно увидишь, где мы едем. Едем. Посмотрела в зеркало и поехала на обочину. Место для остановки? Да, место для остановки. Вот так же могу встать? Где? Там знак какой стоит. Остановка запрещена. Ну, знак какой еще? 40, а мы едем 45. И тормаживаем. Вот видишь, перекресток есть? Перекресток проезжаем и можем останавливаться. Включай правый поворотник. Включай правый поворотник. Чего? И вот так остановились. Все. Если мы даже не... Что даже? На